заниматься. Либо, ну, иногда могу попросить, скажем, Следственный комитет проверить работу следственных подразделений полиции, прокуратуру проверить обоснованность судебного решения и так далее. Но, в принципе, чаще говорю заявителю, что он может с этим обратиться самостоятельно, именно потому, чтобы не давить своим авторитетом. Но это все часть рутинной работы. А чем конкретно вы все-таки и партия «Справедливая Россия» «Патриоты за правду» можете похвастаться за вот эти неполных 2 года работы? Главное достижение – это что удалось добиться исключения из закона об образовании понятия «образовательная услуга». Ну, тут, естественно, не только я. Это было общее требование всего преподавательского сообщества, а я тут добавил только логическое обоснование. Услуга – это когда вы делаете человеку то, о чем он просит. Но понятно, что ни ученики, ни их родители, ни пациенты, ни их родственники не могут точно знать, что им нужно от преподавателей и врачей. Поэтому преподавательскую и медицинскую деятельность невозможно считать услугой. Я тогда все-таки с вот этих вот внутренних проблем переключусь, с вашего позволения, на более волнующие нашу аудиторию вещи. Вы же из Одессы родом. У вас остались родственники, друзья в Одессе и на Украине в целом? Да, конечно, осталось довольно много. Какие отношения с ним? Вы знаете, после начала ликвидации террористической организации «Украина» я не поддерживаю никаких контактов на территориях, пока еще оккупированных этой организацией. Во-первых, я не хочу никого подставлять, а там сейчас сам факт разговоров с кем-то в Российской Федерации может рассматриваться как преступление. Там родные есть среди тех людей, которые живут есть в Украине? Вы с ними общаетесь только потому, что не хотите подставить, или потому что они не хотят все-таки? Я не знаю, хотят они этого или не хотят. Я прервал общение именно из опасения их подставить. Соответственно, об их мнении на сей счет не знаю ничего. Как вы считаете, когда можно вообще говорить, на самом деле, о том, что в ближайшей перспективе мы закончим сражаться с этим террористическим проектом «Украина»? И это на годы. Ой, ну как вам сказать? Ну вот, с чисто экономической точки зрения, нам выгоднее всего завершить ее ликвидацию где-то к концу сентября. Почему? Ну, если в двух словах. Раскрутка. К началу 2024 года. Соответственно, нам надо завершить ликвидацию Украины до этого. Конец года на Украине — время крайне неудобное для серьезного наступления. Значит, это наступление надо провести, успеть провести за сентябрь. По вашим ощущениям? Кроме вот этого простейшего экономического рассуждения, есть еще множество других соображений, не экономических, и очень разнородных. Поэтому я не уверен, что дело пойдет именно по этому сценарию. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы ошибкой начала специальной военной операции в феврале 2022 года? Может быть, надо было ее начинать все-таки в 2014 году, когда была возможность взять бескровно? Вы знаете, на профильных форумах до сих пор спорят, стоило ли нам заключать 23 августа 1939 года договор с Германией о ненападении, если за прошедшие после этого договора 22 месяца Германия усилилась гораздо больше, чем мы. Так вот, мое мнение, что стоило. Потому что у нас были некоторые критические... Поэтому зачем людей бесить, не знаю. У нас есть нормальные образцы. Дети, которые, дети генералов, например, которые воевали в Афганистане. Новость о смене директора поразила поклонников, но не стала неожиданностью.
Отечественной войне как-то так получалось. Ну вот, это образец, которому надо следовать, а не выдумывать, я тут богатый, и мне вот все можно, идите лесом. Это неправильно. Ну это такой колхозный менталитет, потому что даже Великобритания, на которую многие из них равняются, имея в виду пузатиков, которые записали себя в элиту, если вспомнить, принц Гарри, дай бог памяти, не только он, в том числе проходил службу в Афганистане. Понятно, что он там не доедал с беглыми талибами, на тот момент беглыми последнюю косточку, но тем не менее из красивого дворца выдернули, форму одели и в Афганистан отправили. Вот они равняются на Британию, но при этом при всем в этой части быть похожими не хотят, что странно. Как вы считаете, а сколько времени у России уйдет на полный цикл обновления элит? Не знаю. Я не вижу, как они обновляются, поэтому сказать не могу. При этом Песков один, думаете, в поле воин в этой части? Не знаю. Вообще, ну, мы же живем в обществе пиар. С стороны, это, конечно, опасно для самих войск. Пересмотреть, например. Вкладывать усилия. Личный курс, а также... Олимпийский чемпион. Затем... И по ше место. Родился 19 апреля 1957. Из нас отца. Одном из самых дорогих зданий в мире, в мумбайском небоскребе. Словакии к этому событию отношение неоднозначное. Согласно массовые расстрелы мирных, которые якобы российские солдаты делали. И все это за один день. Дмитрий Юрьевич, мне начинает казаться, что СВО заканчивается, нет? Ну, во-первых, менять пленных всех на всех, ну, это как-то странно. Там вообще все это совершенно индивидуально продвигается, а не всех. Первое, и оно же главное, сколько десятков тысяч пленных находится на территории Российской Федерации, украинских, десятков тысяч. Сколько пленных россиян? Там нет десятков тысяч, находится на территории Украины. Вопрос, он страшно болезненный для участвующих, так сказать, лично. Если это чей-то там отец, брат, сын, естественно, все это ужасно. Но, например, ну вот летчика могут потребовать поменять там одного летчика.